Попал! Это фантастическое попадание рикошетом от перекладин. А Владимиров третий раз в этом матче выводит вперед Тюмень. Та команда, которая выигрывает здесь момент, и гол! И гол! И какое-то фантастическое попадание рикошетом от перекладины забивает Норильск. Филипп Алекс начинает финальную фазу этой атаки. Действует через Кутузова. Кутузов в центр. И из-под Лазара Маринковича. Вот так в касание бьет Денис Поваров. Ну это космос. Попов. Попов! Попов! Браво! Илья Попов! Голище от Попова, дубль от Попова, феерия от Ильи Попова. Посадова микротравма, Заболонкова тоже определенные проблемы, а здесь 3-2, шикарно играет Никита Емельянов. А Владимиров третий раз в этом матче выводит вперед Тюмень. Алексей Владимиров! Ну и какова передача Никиты Емельянова? Перерыв на самое интересное из них, если... Сумье отвечу, это фантастика, Виктор Лейпельд! 1-0! Подстроился Виктор Лейпельд и на весу, на лету, сходу оценив ситуацию, переправляет по-хоккейному мяч в ворота Звяда. Вновь на 18 номера. И красота-то какая! 2-1, ухта, ну куда же Ярулин выскочил? Обидно должно быть.